Всем привет! Вы на канале для всех! Привет! Сегодня мы хотим выпустить уникальное видео с песиком. Мы будем его выгуливать и не только, с ним бегать. Еще будем бегать, у нас мало времени, бо насувается грозовая туча. Еще это будет очень мило, мы будем с ним проводить время. Бо нам надо вам рассказать сначала очень грустную историю. Мы уезжаем, и не будет покидаться все это село. Мы сможем очень редко сюда приезжать, так что все хозяйство, что у нас будет, голуби, курицы. Курчата он думают уже будут, там несется курица, уже яйца ест, уже высиживает. И это все скоро не будет. Угу. Еще котенок. И так далее. Ну только будем приезжать за урожаем. А кому это, это все хозяйство давать нема кому. Ну как голубей отдадут. Кто там может заберет. Не бегай, бо он заберет несколько штук. А другие пойдет жить, бачите то здание, к диким голубям. Ну что поделать, продавать мы не успеваем, мы уже уезжаем, никто не хочет забегать. Есть пару людей, но они хотят только забрать самых красивых. А другие будут жить в дикой природе, бо мы точно не сможем кормить на поводок. Ну вот, короче, такая ситуация. Ну, улитки, хотя у меня есть племя, там стая улиток. Я их забегу домой, и с собой они поедут, и мой попугай. И они будут жить за мной. А Егорин, кот, и Егорин, и питомцы остаются его дома. А все эти добрые руки. Ну, кстати, есть хорошая новость. Мою кошку Снежинку и котенка забегают в добрые руки моя бабушка. Лена, мы туда будем ездить и показывать. Тем более там иногда живет мой еще один брат и моя сестра. Как раз они будут их нянчить, ухаживать, им сейчас надо играть. Ну, а буду приезжать, помогать, куплять корм со своим братом, конечно. Ну, пасека мы отдадим. Добрые руки, голубей так с курицы тоже на завод пойду туда, и как голуби. Ну их там не едят, просто завод зигнанвы, и они там будут сидеть. Дедушка нам заплатит деньги, несколько людей. Так далее, ладно, уже наближается грозовая туча, у нас мало времени, и все. Сначала расскажем, как мы будем выгуливать пёс. Мы сейчас его просто выгуливаем, потом мы будем бежать. Можно я расскажу, да? Давай я. Короче, я буду тримать песика, и его вот будет уходить, и я буду законять, и так будем бежать. Ну, и под, наверное, под дождиком. Бог газа уже. Такое видео. Потом будет ссылочка на описание, бо Егор будет снимать от своего лица. Если приходите на его канал по ссылочке в описании и в комментах, чтобы увидеть от его лица, он снимет. Угу. Ладно, времени мало, грозовая туча. Я тримаю Бенчика, на раз, два, три, его бежает. Когда я говорю команду, он читает. Песик, пес Бенчик. Бежим! А, я бежу прямо за ним! Бо я его тримаю за поводко! Классная пробежка! Петей, стой! Петей, это все будет от Егоринова лица, только по ссылочке описания и в другую сторону, назад. Так что переходите и подписывайтесь на его канал и на мой. Что, хочет играться? Он кусает меня. Пусти Егора, бесаная собака. Ладно, мы будем играться. Приходите на его канал по ссылочке под описание. Вес за хеком. Всем пока.